И вот мы наконец-то добрались до центральной набережной города Ялты. Сейчас мы прогуляемся по центральной набережной, посмотрим все местные развлечения, которые здесь есть. Уже скажу, здесь очень шумно, уже очень много людей отдыхает. Есть различные развлечения на всякий, на любой вкус и кошелек. Здесь различные прогулки, мыльные пузыри для детей, всякие шоу бесплатные, платные, какие только ваша душа пожелает. Здесь очень красиво. Очень шумно, очень весело и очень красиво, самое главное. Вот такая вот центральная набережная города Ялты. Очень красивое место для прогулки. Те, кто хочет посмотреть и оценить сразу Ялту всю и понять ее масштаб, сразу рекомендую с автовокзала направляться. Первым делом сюда, здесь вы увидите все, что только можно. Вы посмотрите, вдалеке стоит такой катер, такой шикарный, красивый катер. Сколько здесь лодок, сколько здесь людей. Какие шикарные виды открываются с этой набережной. Здесь масса людей. Уже сейчас отдыхает большое количество народу. Здесь очень шумно, очень весело, очень красиво. Сейчас мы пройдемся дальше, посмотрим, что еще дальше там есть, еще поснимаю, расскажу и обязательно покажу вам. Вот, ребята, проходит какое-то импровизированное шоу. Выбрали мужчин. Очевидно, какое-то спортивное мероприятие. У них. Друзья, давайте начинаем. А вот эти стороны, пожалуйста, чуть-чуть поближе. Радуйте друг друга. Не пускайте такая место, такая свободная. Такая. Чуть-чуть радуйте друг друга. Да, бабушка, чуть-чуть поближе. Не бойся, не бойся. Подойдите чуть-чуть поближе. Да. Один степ вперед. Ну что, дорогие друзья, давайте начинаем. Первый номер. Мы показываем вам, как ходить на стекло. Как прыгать на стекло. Второй номер, дорогие друзья. Лица на стекло. Вот то, о чем я вам и говорил, что здесь хватает различных импровизированных развлечений, даже бесплатно, все бесплатно посмотреть и поучаствовать. Вот такая она шикарная центральная набережная Ялты. Множество различных развлечений. Буквально каждые 10 метров приглашают на морскую прогулку, какую только пожелаете. Семь дворцов, что я здесь слышал, Воронцовский дворец с моря. Обещают, что будет очень интересно. Билеты приобретаете в кассе.
трассе номер один у часовни Нижняя набережная. Ну а про саму набережную могу сказать, что это шикарное место. Это очень красивая, ухоженная набережная. Да, здесь есть небольшой сейчас ремонт, небольшая реконструкция. Ну а сама по себе набережная, это очень ухоженное, красивое место. Очень красивые деревья, пальмы, цветы, все цветет, пахнет. Все красиво подсвечивается, куча всяких магазинчиков. Все сделано для туристов, для комфортного отдыха. Пляж, ребята. Мы с вами пришли к такому месту. Центральный пляж. На центральной набережной. Центральный городской пляж. Здесь теплоходы ходят, отправляются. А вот сам пляжик. Можно посидеть, отдохнуть, позагорать. Наверное, по желанию даже можно покупаться, но, наверное, я бы не стал в этом месте купаться. Пассажиры, жители гостей курорта, 18 часов, на комфортабельном двухпалубном теплоходе «Мордей» состоится увлекательный ареал, горный пляж, миниатюрный дворец «Чине» «Колупарус». Билеты в карте номер 5. Карта находится на нижней набережной у 8. У ребят проходят соревнования по рыбалке. Кто поймает, наверное, самую большую акулу черноморскую. Вот так, если стоят еще ловят, то, наверное, еще крымскую акулу никто не поймал. Посмотрите, какой корабль здесь на набережной, на центральной. Эх, красавец какой. Жаль, не плавает. Апельсин. Fusion Cafe. Не знаю, не был, не посещал сам здесь на набережной Ялтинский второй раз в жизни. Кто был, расскажите, что из себя представляет, стоит ли вообще сюда приходить покушать. Ну а я дальше продолжаю восхищаться красотой Ялтинской набережной, видами, которые отсюда открываются. Это просто не передать. Это все нужно видеть своими глазами. Обязательно, кто приедет в Ялту, обязательно прогуляйтесь по одной части набережной, по второй части набережной. Это бесплатно, совершенно бесплатно. Но эмоции, которые вы получите, не передать. Все, ребята, дошли мы до той точки, которую хотели. Мы сейчас находимся в районе кафе «Апельсин» такого красивого корабля. И будем двигаться в обратном направлении, в сторону дома. Будем возвращаться на автовокзал и отправляться назад домой в Севастополь.
Сама набережная еще длится бесконечно далеко. Я уверен, что там очень красиво. Я думаю, обязательно стоит пройтись обязательно до конца. Обязательно посмотреть все. Ну а мы пока вынуждены отправляемся домой. Я доволен, я рад, что приехал сюда. Я насладился видами, посмотрел на все, на всю эту красоту оценил. И обязательно хочу приехать уже сейчас еще раз сюда, посмотреть на это все еще раз с самого утра пораньше, чтобы успеть увидеть как можно больше. Всем пока. Подписывайтесь на канал. И кому понравилось, поставьте лайк.